подробиці вибору ми у прямому ефірі. Почнемо із найбільш резонансної новини сьогоднішнього дня – візит українських політиків до Москви. Хто із ким зустрічався, про що домовились та про ціну домовленості – про це говоритиме у першій частині нашої програми. І ми маємо гостей у студії сьогодні. Це депутати від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська, Нестор Шуфрич та Юрій Павленко. Вітаю. Вітаю. Також маємо експертів. Дмитро Маруніч – це енергетичний експерт. Олександра Решмеділо – політичний. Та Святослав Денисенко – експерт з міжнародних питань. Дякую, що ви всі прийшли. Дуже приємно. Приголомшлива новина. Погодьтеся. Пане Шуфрич, до вас перше питання. Чому у Москві на такому рівні прийняли українських політиків? Що це взагалі означає? При всій повазі до вас, пані Наталя, дозвольте мені продовжити російською мовою. Це мій особистий протест відносно того, що відбувається зараз в Верховній Раді, де нав'язують закон, який є сьогодні антиконституційним і таким, яке розколює суспільство. Це закон про функціонування української мови як державної, в якому позбавлено наших громадян використовувати в багатьох сферах життєдіяльності свою рідну мову. Ну, поки ви не маєте за це юридичної відповідальності, тоді поки ви можете розмовляти про російською. Спасибо большое. Ви знаєте, я вже привик відповідати по многим направлениям. Політик, який боїться відповідальності, не должен займатися політикою. Что сегодня произошло в Москве? Во-первых, это беспрецедентный случай, когда официальная Москва встретилась с лидерами оппозиции. Никогда, вот товарищи, может, меня подтвердят, никогда еще не было такого прецедента. Это было правило, это правило во многих странах. Вы знаете, что американские президенты встречаются с лидерами, вице-президент встречается с оппозицией. В данном случае фактически второе лицо в государстве с господином Миллером, который является одним из самых влиятельных людей не только в России, но и в Европе, встретились с Юрием Бойко и с Виктором Медведчуком. Почему? Ответ был озвучен на самой встрече. Нормальные, прагматичные, не политические, подчеркиваю, отношения заведены в тупик. Мы стоим накануне завершения газового контракта, накануне завершения контракта по транзиту. Мы можем потерять порядка 2 миллиардов доходов государственного бюджета. И вот буквально два коротких примера. Я только что приехал в Днепропетровской из Запорожской областях. Два предприятия. Вот предприятие ЗИБ Днепродзержинский, которое производит лакокрасочные материалы. В 2013 году у них был оборот 60 миллионов долларов. В прошлом 23. Моторсич, наша знаменитая, флагман нашей промышленности, в 2013 году имел оборот 1 миллиард долларов, в прошлом году 300 миллионов, и сегодня ему останавливают экспортную продукцию по надуманным причинам. И вы уважаете, что эта встреча вырешит все пытания? Вы знаете, как раз сегодняшняя встреча, она касалась двух вопросов. Газовых и восстановления нормальных, подчеркиваю, прагматичных интересов двух стран и производителей, которые сегодня могут поставляют взаимную продукцию друг другу. При этом хочу напомнить, что Российская Федерация сегодня торговый партнер номер один для Украины. 15% импорта в Украину – это из России, и порядка 7% экспорта из Украины – это тоже в Россию. То, что сегодня была продемонстрирована возможность вести прямой диалог, это демонстрация того, что наша политическая сила предложила формат переговоров, исходя из национальных интересов Украины. Дмитро, дякую. Скажите, а ви вважаєте, хтось інший зараз из украинских политиков міг би там оказаться на цьому місці? Ну, то, что там никого не было, уже говорит о том, что не мог. Это очевидно. Я вам одну простую вещь хочу сказать. Если договоренности какие-то разумные, рациональные будут достигнуты, я бы хотел в это верить, честно говоря, очень хотел бы в это верить, но это напрямую зависит от того, кто будет при власти после президентских выборов. Так вот, тогда мы имеем все основания снизить цену газа сразу где-то, грубо говоря, на 15%, что обозначится на тарифе для населения в том числе. А в перспективе это идет основание для снижения, дальнейшего снижения цены газа процентов на 20-30. Это при нормальной, адекватной экономике работы компании «Нефтегаз Украины». И тут однозначно роль господина Бойко, роль господина Медведчука, которые показали. Я не хочу там быть промоутером, но никто туда больше не поедет. Любой из тех субъектов, которых породил Майдан, туда не поедет. С ним даже не сядут за стол переговоров даже рядом. Понимаете, в чем дело? Это очень важно. И дай бог, чтобы люди хотя бы, ну, которые у нас пойдут скоро на избирательные участки, каким-то образом эту
простую, елементарную вещь, хотя бы, ну, не знаю, держали у себя перед глазами. Ну, це таке солодке майбутнє. Олександра, вас хочу запитати. Ви сьогодні, мабуть, відчуваєте, як реагує суспільство, як реагує політикум. Вже є заява від депутата від Народного Створу про створення ТСК. Вже є заява СБУ на цей візит. Які наслідки це може мати? Ну, для начала реакция достаточно неоднозначная. Я думаю, что стоит пока отбросить эмоциональную составляющую, действительно посмотреть, что имеем в сухом остатке. Поэтому нужно элементарно время, да, для того, чтобы, во-первых, взвесить, с чем прибудут уже в Киев непосредственно и Бойко, и Медведчук. Потому что то, что мы сегодня видели в качестве медийной картинки, я думаю, что это ведь еще только часть айсберга, да, должна быть обязательно еще и за, скажем так, закадровая переговорная работа. И всегда обычно как раз вот эти вот off-records, они самые интересные. Вопрос в другом, что, продолжая мысль, которую сказал Дмитрий, если посмотреть часть политиков, которые вообще могли бы инициировать подобный диалог, то там не так их много. Часть находится под санкциями, да, которые явно Москва и Кремль показывают, что мы с ними не будем разговаривать. Эти люди, ну, как бы не смогут реализовать то, что обещают своему избирателю здесь. Поэтому я думаю, что определенным образом ближе к выборам ставки повышаются, градус накаляется. Конечно, и цена у всего есть своя, поэтому я думаю, что тут как бы риск, на который при переговорном процессе пошли как бы вот представители оппозиционной платформы «За життя», они понимали, да, что они делают. Но с другой стороны, они нам показали картинку, что диалог вообще возможен. То есть мы долгое время в информационном пространстве и в политикуме слышим как мантру, что диалог невозможен по многим причинам. И в связи с... скажем так, и военным противостоянием, и с тем, что вообще нет желания вести этот диалог. У нас в тупике находится действительно переговорный процесс в формате Минска, уже долгое время на паузе находится, да? И нужно же как-то из этой ситуации выходить. Я зрозуміла, а вы, как вважаете, какие риски мы можем иметь этот визит? Ну, мы видим прекрасно, как сейчас помаранчевые политики, помаранчевая власть боится того, что действительно начнет реализовываться мирный план. И для них это катастрофа, потому что тот бизнес, который они организовали, бизнес на войне, он прекратится с возвращением мира в страну. И также они боятся, что люди Донбасса, восстановив единство Украины, вернув Донбасс в Украину, получат право голоса. Никогда Донбасс не проголосует за действующую власть. Поэтому их опасения нам понятны. То, что они будут сейчас всячески пытаться преследовать за такой шаг, шаг ответственный, шаг рискованный, пойти на прямые переговоры. И не только обещать. Сегодня, да, все политики обещают мир, но все обещают это только на словах. А Юрий Бойко и Виктор Медведчук сегодня своими действиями подтвердили готовность ведения прямых переговоров. Готовность брать на себя ответственность. Их реалистичность. Да, их реалистичность и риски, которые с этим связаны. Потому что вот мы действительно... А насколько это взагалі законно? Они не порушили чинное законодательство? Ну, точно они не нарушили Конституцию Украины. Ну, Конституцию и так, але... законы Украины, потому что то, как наш украинский парламент более 50 раз нарушал Конституцию Украины за последние 5 лет и не выполняет сегодня решение конституционных судов Украины, в том числе и Высшего суда Украины, и Европейского суда Украины, по защите людей, пострадавших на войне, по защите переселенцев, то я бы на месте нынешней власти подумала в первую очередь за их такую, знаете, злочинную бездеяльность по отношению к своим людям и невыполнение украинских судов в первую очередь, а не политические преследования, которые они сейчас будут всячески пытаться организовать. Вот мы только вернулись сейчас в Запорожье, из Днепропетровска, и люди задают везде один вопрос. Вот как выжить с этими тарифами? И сегодня мы увидели реальный план возможности понижения тарифов. И здесь я чуть-чуть бы не согласилась, потому что если те заявления, которые мы сегодня услышали в Москве, понижение цены на газ на 25%, то мы понимаем, что для промышленности цена будет как минимум понижена на 25%, а для населения мы получим как минимум на 50% понижение цены в связи с компонентой собственного газа плюс закупки газа на 25% ниже. То есть это тот реальный план, как понизить тарифы в следующем отопительном сезоне. Как мы сможем вывести страну из вот этого коллапса экономически-социального
реального, в котором сегодня находятся люди. Пане Юрію, як ви вважаєте, це така одноразова акція, чи буде продовження? І якщо буде, то які теми можуть підніматися на наступних зустрічах? Ну, я повернувся сьогодні, мав зустрічі в Коростені Житомирської області. І так само, що в Запоріжжі, що в Дніпропетровську, що в Коростені, та, власне, в будь-якому куточку України, сьогодні основна вимога суспільства – це завершення війни і встановлення миру. І, власне, Юрій Бойко – єдиний із кандидатів, який запропонував реалістичний мирний план, як завершити війну, як здійснити реінтеграцію, відновлення Донбасу, власне, як повернути людей, а чому зараз вони сьогодні про людей це не і територію. І Юрій Бойко про це говорить весь час. Я маю на увазі на цій зустрічі. Чи під час роботи в парламенті, чи, власне, вже як кандидат в президенти, це перша його позиція, власне, з нею йде він на вибори. І при цьому він чітко заявляє, що він готовий відстоювати українські інтереси на прямих переговорах з усіма сторонами конфлікту, аби в Україні встановився мир, не зважаючи ні на рейтинги, не зважаючи на можливу втрату іміджу. Українські інтереси понад усе. І, на мій погляд, Юрій Бойко, ну, єдиний сьогодні із всіх кандидатів, хто може на рівних говорити як з керівництвом Російської Федерації, так і з нашими західними партнерами. Дякую. Пане Святославе, до вас теж саме питання. Як ви вважаєте, що буде далі? Це була думка політика, а що вважаєте ви? Понимаете, у нас є два підходи. Політичний, ідеологічний і, собственно, раціональний. В ідеологічному підході, очевидно, существують міфи в нашій країні і в Російській Федерації. О том, что вот у нас есть миф, что санкции заставят Россию капитулировать. В России есть миф, что санкции буквально очень скоро будут отменены через какой-то промежуток времени. Но на самом деле обе страны на сегодняшний день очень заинтересованы в снятии этого уровня эскалации, который на сегодняшний день накапливается в отношениях. Вот недавно совершенно был Керченский инцидент. Его можно было предотвратить, полтора года, в общем-то, длилась эта ситуация. Не завершается конфликт на Донбассе, каждый день мы слышим об обстрелах, жертвах и так далее. Обе страны несут миллиардные убытки. То есть, в принципе, заинтересованность в урегулировании конфликта у руководства обеих стран должна быть. То есть, в принципе, можно ожидать, что после президентских выборов, а сегодня в Украине политики практически все говорят о том, что будут и должны быть переговоры, просто называются разные форматы, там, посреднические форматы и так далее. Скорее всего, переговоры будут. Вероятнее всего, высока вероятность их продуктивности. Но действительно, новость в том, что сделан шаг в направлении прямых переговоров, чего не было уже достаточно долгий промежуток времени. И действительно, если мы хотим получить тот результат, которого у нас не было, именно достичь мира, достичь перемирия и снять конфронтацию, то надо делать то, что мы раньше не делали. В этом смысле как бы формат прямых переговоров важен, и это очень ответственный и серьезный шаг. Дякую, дякую. Дмитро, а як ви вважаєте, яку ціну Україна може заплатити за цю пропозицію «Газпрому»? Ні, ну, смотрите, ціна, на самом деле, самая позитивная. У нас, если будет работать... Я маю на увазі ціну, яку заплатить Україна за цю ціну. Я не совсем понимаю ваш вопрос. Вы, наверное, хотите нашу дискуссию отправить в то русло, что мы всегда что-то проигрываем, когда договариваемся с россиянами. Но это не так. Ну, однозначно, это не так. Это некий совершенно абсурдный дискурс, который был навязан нам на протяжении последних 5 лет. Ну, давайте же как-то вернемся на ряд. Можно рационально и нормально договориться. Приклад якийсь приведіть, будь ласка, як ми можемо договоритися з росіянами, як це було? Ну, смотрите, «Газпром» предлагал нам в марте прошлого года возобновить поставки газа сюда по цене минимум на 15-20% ниже, чем реверс. Это субъективно не случилось, потому что стороны в итоге не договорились из-за решения Стокгольмского арбитража. Потому что Украина стала в позу, было второе решение Стокгольмского арбитража. И, в общем, и до сих пор мы об этом договориться не можем. Это рациональная, разумная история. Мы о ней говорили с самого начала. Минус 15% с самого начала. Условно говоря, сегодня какое у нас число? 22-е? С 1 апреля. Ну, предположим. Понимаете? Вот. Это все возможно. Даже не нужно создавать какие-то газотранспортные консорциумы. Это можно сделать на действующей нормативной базе, на переписанном Стокгольмским арбитражем контракте на поставки газа сюда. Вот вам совершенно разумное, рациональное, необходимое потребителю здесь, как промышленному, так и бытовому, договоренность. И не нужно ничем поступаться. Этот абсурдный дискурс, навязанный какими-то субъектами Майдана, он просто давляет нашими мозгами. Нужно избавляться от этих мифов. Они бессмысленны. Насколько эта новая цена может снизить тарифы для населения? Ну вот,
сразу на 15%, сразу, и потом, если вот действительно есть законопроект, который... Есть 25 сразу. Ну, скажем так, это разница между реверсом и то, что, скажем так, может продать «Газпром». Ну, дело не в этом. Есть законопроект, который подавался, насколько мне известно, тем же господином Бойко, 4-9. И там еще и соавторы. Нестор, а чего 25? Как вы так стыдно подраховываете? Расскажите, я вам, постараюсь более просто сказать, что сказал Миллер. Миллер сказал: ребята, не покупайте наш газ за 330 у Швейцарии, купите наш газ за 230-240, но у нас напрямую. Вот что значит 25% скидки. Он говорит: пожалуйста, говорит, зачем вам покупать этот газ, что называется, через большой круг, купите у нас напрямую. По большому счету, мы сегодня 15% импорта покупаем у России напрямую. Почему мы должны дать кому-то заработать порядка 80-100 долларов на 1000 кубов газа, отказавшись от прямого контракта с «Газпромом»? Если есть конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом», можно найти любой другой, даже государственный хозяйственный субъект, который купит этот газ, пока «Газпром» и «Нафтогаз» судятся друг с другом. Что такое минус 25% цены на газ? Это автоматически снижение коммунальных тарифов на 60-40%. Почему? Потому что это дает возможность реализовать формулу Бойко, которую он предложил. Не просто он об этом сказал, он ее обсчитал и подал законопроект. С ним любой может ознакомиться. Его можно легко прочитать и проанализировать. Посмотрите, что сделал Бойко и Медведчук. До этого декларировали возможность вести переговоры в интересах Украины и украинцев. Сегодня было продемонстрировано, что это реальность. Реально что? Вот говорите, какую цену Украина должна заплатить? Да никакую. И Миллер ответил вам на этот вопрос, что мы, «Газпром» остается при своих интересах. Он сегодня кому-то продает газ по 240 на границе. Этот кто-то якобы прогоняет этот газ, а на самом деле этот газ остается в Украине. Просто продает нам уже на 100 долларов дороже, и при этом говорят: мы соскочили с газовой иглы. То, что мы с атомной иглы не соскочили, то, что мы с коксующей, угля не соскочили, об этом все молчат. То, что у нас 90% нефтепродуктов или прямые поставки с России, или поставки через Белоруссию, которые производятся нефтепродукты из российской нефти, об этом тоже молчат. А про газ начали говорить, потому что на газе кто-то зарабатывает. И мы уже посчитали, порядка миллиарда долларов оплатят за это украинцы. Снижение цены на 25% позволит на 40% снизить цену на коммунальные тарифы и даст возможность в два раза снизить цену на газ для населения. Зрозуміло. Наталя, ви працюєте на Донбасі зараз дуже багато. Як ви вважаєте, чи можуть Мінські угоди стати наступним кроком? Но мы сегодня увидели действительно политическую волю, готовность начинать переговорный процесс. Это вот, знаете, как свет в конце туннеля этой войны. Потому что до этого мы слышим исключительно больше призывы, там, будем воевать, будем еще становиться сильнее. Но никто четко не формулировал, как путем переговоров, политическим путем вернуть сегодня мир в Украину. И мы понимаем сейчас, как можно вернуть и активизировать Минский процесс. Как во главу защиты сегодня поставить человека. И как вернуться к нормальным законодательным инициативам, к тому плану Минска, который, к сожалению, последние вот несколько лет почти находился в нерабочем режиме. И, безусловно, для людей, ну, по-живому прошла сегодня линия разграничения, да, отделив неконтролируемую часть Украины от контролируемой части. Мы видим колоссальные проблемы и для переселенцев, и для людей, проживающих в красной зоне, для людей, которые проживают на неконтролируемой территории. И для всех, для нас сегодня сигнал о том, что мирный переговорный процесс может войти в конструктивное русло. Я разумела, а как вы считаете? Хвилиночку. Може відбутися? Смотрите, очень много разных мыслей прозвучало, и мне бы хотелось из них вот такие как бы рациональные зерна достать. В первую очередь, долгое время не удавалось достигать прогресса в мирных договоренностях. Минск почему стоял на паузе? Потому что глобально вот за ним, да, ради чего? Когда вот этой вот идеи интереса, о которых говорил коллега, когда есть... знаете, ничего личного, только бизнес, когда есть конкретный бизнес-интерес,
тогда договариваться проще. Тогда выходить из сложных, сложившихся ситуаций гораздо проще. Поэтому сегодня, мне кажется, что идея о том, что да, вот мирные процессы можно сдвинуть, скажем так, из пробуксовки, появляется только потому, что является, уже появляется как бы идея того, что ради чего, да, как это. Если у нас возможно будет возобновлять торговые отношения, если можно будет выводить украинскую промышленность из совершенно, ну, не то что вопиющей, ну, очень тяжелая ситуация и в металлургии, и в химических отраслях. Ну, скажем так, куда ни тронь, везде есть сейчас проблемы. Поэтому они очень завязаны на цене на газ. Причем как тяжело промышленности, точно так же тяжело и потребителю. Поэтому, в общем, надо посмотреть и по ситуации с добычей внутренней газа. Посмотреть, что если мы действительно сможем снизить цену на $100, да, это будет очень ощутимо для всех. Не только для тех, кто платит просто коммуналку, да, и чувствует эти тарифы как вот, ну, просто постоянные оковы, а для промышленности, которая сможет заработать. Поэтому вот эти идеи, они позволяют задуматься о том, что Минск будет более реалистичным, он перестанет быть на паузе, и у нас начнется какой-то диалог. Ви насправді вважаєте, що немає нічого лічного після того, що трапилося на Донбасі? Ні, ну, слушайте, давайте не маніпулювати, тому що коли ми розуміємо всю складність ситуації, із неї все одно треба виходити. Тобто ціну Україна заплатила дуже високу. А может заплатить еще больше. Мы же тоже понимаем, что есть и обратная сторона медали, что если мы не сможем договариваться, если диалог не будет получаться, неважно какими фигурантами, диалог, ну, по крайней мере, появилась идея, что он может появляться. Есть альтернативная позиция? Пожалуйста, делайте лучше, да, сделайте быстрее, реалистичнее, эффективнее, с меньшей ценой, да, ценой жизненной, ценой экономической, ценой политической, пожалуйста. Ну, по крайней мере, может быть, даже какая-то конкурентность внутри политикума тоже появится, которая даст фидбэк. Зрозуміло. Пане Нестор, я вибачаюсь. Якою, як ви вважаєте, буде реакція президента на цей візит? Истерика. Фактически, Юрій Бойко, Віктор Медведчук сделали его работу. То, что он должен был бы сделать, сделали политики, лидеры оппозиции вместо власти. Вы спрашивали про мир. Я уверен, что про мир говорили. Но корректности ради, наверное, если говорить про мир, то должны были быть и те люди, кого это тоже непосредственно коснется. Это представители Донбасса. Для меня это украинцы. И по-разному можно оценивать все, что там происходило. Я разделил это на три этапа. Коротко. Начало, февраль-март 2014 года, июнь 2014 года и после 30 июня. Почему? С 20 по 30 июня, после сложных очень моментов, связанных с возмущением людей, потом с спекуляцией на этом возмущении, использование этих людей, в итоге мы поняли, что надо договориться. Сначала с мандатом Турчинова, потом с мандатом Порошенко, Виктор Медведчук и я организовали первую встречу контактной группы ОБСЕ «Украина, Россия» и ДНР, так называемые ЛНР, и мы договорились о принципах мира. И они были намного мягче, чем выписанные уже в минских условиях, в Минском протоколе через 8 месяцев. Но погибших тогда было 74, курс был гривны 9,5, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. Решение одного человека 30 июня, Петра Порошенко, начать воевать, решить этот конфликт в военный способ, обошлось Украине в огромную цену. Прежде всего, человеческие жизни, обвал курса гривны, обнищание людей в 6 раза и сокращение, обвал нашей экономики. Вот это последствия одного решения. Поэтому Порошенко не нужен мир. Он его боится больше всего. Ему нужно спекулировать на войне. Более того, он еще на ней мародерствует, как мы об этом узнали, и я знаю, что вы об этом будете говорить. А сегодня Медведчук и Бойко взяли на себя ответственность и продемонстрировали, что то, о чем они говорили, они могут реализовать. Зрозуміло. И других таких в Украине пока не нашлось. Дякую за вашу реакцию. Мы зараз повернемось. Через хвилинку. Далі ми поговоримо про найголовнішого ворога України. Цей ворог посеред нас і веде тиху, але дуже руйнівну війну. Я маю на увазі корупцію. Чому боротьба із нею не приносить результатів? Можливо, тому що ведеться лише на папері та на майданчиках ток-шоу, адже, погодьтеся, самі корупціонери почуваються у нашій країні дуже вільно. Можна навіть сказати, немов у раю корупційному. До вас питання. Влада в Україні змінюється, а корупція лишається. Чому? Знаєте, я от
хотів назвати позитивний приклад. Було у вас запитання, чи був позитивний приклад відносин і важких переговорів України і Росії. І я хочу нагадати, що такий приклад точно є і в біографії того ж Юрія Бойка, який як голова «Нафтогазу» в 2003 році фактично вирішив газову кризу, яка існувала, погасивши борги як з «Газпромом», вирішивши ситуацію, так і з Туркменістаном. І, власне, тоді він і отримав звання Героя України за те, що він зробив Україну вільною від зовнішнього впливу і боргів. Бо вільна Україна – це не країна, де гасла на першому місці. Вільна Україна – це та, яка може самостійно приймати рішення і вести свою політику. Тому оцей досвід спілкування з Росією – це теж є одна із його переваг. І це підтверджує, що цей перший крок, який зроблений, це не кінець. Це тільки початок важкого, непростого шляху до миру шляхом переговорів. А що стосується корупції? Давайте про корупцію ми з вами поговоримо буквально через декілька хвилин. Це лише початок. Зараз реклама.